судья. На дистанции 50 метров вольный стиль у мужчин Алексей Марковский установил рекорд Европы и рекорд России с разрывом 65-69 лет с результатом 27,34 секунды. А также Михаил Горнов-Иванов установил новый рекорд России и Европы в возрастной группе 50-54 года с результатом 24,48 секунды. На дистанции 200 метров на спине у женщин новый рекорд России установила Наталья Михайлова в возрастной группе 75-79 лет с результатом 3,46,74 секунды. Поздравляем спортсменов с высокими спортивными результатами. Это давай. Друзья, вот, пожалуйста, схожий рекорд России, 17-й рекорд.